С появлением смартфона Alcatel OneTouch Idol Ultra пользователю больше не нужно выбирать между утонченным дизайном и производительностью. Этот девайс способен обеспечить все и сразу. Приятные эмоции от премиального экстерьера не омрачат ни подтормаживание, ни функциональные ограничения. Умная начинка Alcatel OneTouch Idol Ultra упакована в невероятно тонкий корпус, толщина 6,45 мм. Это даже меньше толщины карандаша или стопки из 10 кредиток. Благодаря покрытию Soft Touch на корпусе смартфона практически не остается отпечатков пальцев, плюс аппарат не скользит и надежно лежит в руке. Людям серьезным и деловым подойдет черная расцветка смартфона. Девушки оценят красный вариант оформления, а молодые и динамичные поклонники высоких технологий не смогут пройти мимо бесспорного тренда этого сезона – желтого корпуса. На торцах смартфона нет ничего лишнего, все по делу. Сверху кнопка включения и блокировки, рядышком микро-USB разъем под заглушкой, справа слот для микро-сим-карты, слева клавиши для управления громкостью. Кнопки контрастируют с матовой поверхностью самого смартфона и гармонируют с металлическим обрамлением глазка камеры. Лаконичный дизайн прекрасно дополняется красноречивой начинкой. Главная технологическая особенность Alcatel OneTouch Idol Ultra – AMOLED-дисплей диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1280 на 720 точек. Этот уникальный экран отображает до 16 миллионов цветов, имеет ничтожно малое время отклика, действительно широкие углы обзора и характеризуется высоким уровнем контрастности. И, пожалуй, самое главное, позволяет существенно экономить заряд аккумулятора при отображении темных тонов. Экран защищен стеклом Corning Gorilla и имеет олеофобное покрытие. Оно препятствует появлению жирных отпечатков. Еще одно ноу-хау – нанослой P2i, который защищает дисплей от брызг и дождя. Капли просто скатываются с поверхности, не нанося никакого вреда чувствительной электронике девайса. Alcatel OneTouch Idol Ultra построен на базе производительного двухъядерного процессора MediaTek MT6577. Быстродействие системе добавляет целый гигабайт оперативной памяти. К слову о памяти. У смартфона есть 16 гигабайт для хранения данных. Этого достаточно, чтобы не ограничивать себя ни в установленных приложениях, ни в мультимедийном контенте. Никаких ограничений нет и в плане коммуникации. Alcatel OneTouch Idol Ultra поддерживает все популярные беспроводные стандарты, включая 3G, Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.0 и даже DLNA для интеграции смартфона с домашней сетью умных устройств. Современный смартфон немыслим без качественной камеры, на которую можно положиться всегда и везде. В Alcatel OneTouch подошли к вопросу со всей ответственностью. Роль главного по картинкам отведена 8-мегапиксельному фотомодулю со светодиодной вспышкой. Камера позволяет применять к фотографиям художественный эффект еще на стадии съемки, а также поддерживает такие нужные функции, как распознавание лица и улыбки, фокус по прикосновению, панорамирование и HDR-съемку. Фотографии, на которые способен Alcatel OneTouch Idol Ultra, будут отлично смотреться хоть в деловом портфолио, хоть в семейном альбоме, хоть на личной страничке в соцсетях. Помимо фотографий, смартфон с легкостью снимает HD-видеоролики на частоте 30 кадров в секунду. Управляет начинкой актуальная операционная система Android 4.1. Для удобства пользователя разработчики позаботились о пакете предустановленного ПО. Прямо из коробки в смартфоне есть клиенты популярных социальных сетей, средства для просмотра офисных документов и фирменные программы Alcatel OneTouch для резервного копирования и для обмена медиаконтентом. Уникальный корпус толщиной 6,45 мм, большой и качественный AMOLED-экран, производительное железо и надежный софт – все при нем. Привлекательный экстерьер идеально гармонирует с премиальной начинкой и по-соломоновски справедливой ценой. Alcatel OneTouch Idol Ultra можно, нет, определенно нужно рекомендовать стильным современным пользователям, которые хотят оставаться в тренде.